индивидуальную тренировку по большому теннису. Добрый день. Вот, мы как раз вас ожидали. Возьмите, пожалуйста, ваш ключик. Проходите в правое крыло. Вторая дверь с правой стороны будет. Спасибо. А где мой? Здравствуйте, мы пришли к вам на персональный урок. Здравствуйте, а как вас зовут? Саша. А это тебя? Мой брат Максим. Очень приятно, а меня зовут Дарья. Ну что, пойдемте тренироваться? Да. Даша, я первый раз играю в теннис. Что для этого нужно? В первую очередь тебе нужно прийти на теннисный корт. Тренер тебя ознакомит, покажет, какая тебе нужна ракеточка и что тебе будет необходимо. А со скольки лет можно играть? К нам можно приходить заниматься с 3 лет. Что будет делать мама, пока я занимаюсь? Мама может заниматься многими делами у нас в клубе. Она может подождать в кафе наверху, где у нас очень вкусно готовят. Может сходить на тайский массаж, может пойти в фитнес-зал. Также она может смотреть, как ты тренируешься. Может, мы уже начнем тренировку? Ну, почему бы и нет? Давай попробуем. Раз и бьем туда. Максим, мы тебя не ударили? Умничка, вот и все. Обходим фишечки, обходим. Сашуль, ракеточка будет здесь. Я наброшу тебе мяч. Все, что тебе требуется, подставить ракеточку. Понятно? Смотри на мяч, Сашуль, и подставь. Вот. Андрей, здравствуйте. Пока мои дети на персональной тренировке, расскажите мне подробнее о своем клубе. Да, здравствуйте, Женя, с удовольствием. В нашем клубе, кроме нашей теннисной школы, есть и бассейн, и батутный центр, и фитнес-зал. Мы можем занять как вас, так и вашего ребенка. Давайте сразу пройдем в ресторан, приятное место, где вы можете отдохнуть, перекусить, подождать. Такая большая территория, да, у вас? Да, у нас здесь 5 кортов открытых и 4 корта закрыты. И еще у нас в сентябре открывается еще 10 скрытых кортов. Здесь для просмотра и для приятного времяпрепровождения организован вот такой вот балкон, достаточно большой, просторный. И то, что самое главное, безопасный и информативный. Отсюда вы можете смотреть тренировки, как проходят, вы можете здесь и снимать эти тренировки. Как долго нужно заниматься в клубе, чтобы стать чемпионом? Нужно заниматься целенаправленно, постоянно и изо дня в день, неделю в неделю, как говорится, степ-бай-степ. Это наш батутный центр. Здравствуйте. Это наш самый главный тренер батутного центра. Что, Евгений, я думаю, что ваши ребята уже потренировались, и их наверняка уже отвели в детские комнаты. Давайте я вас провожу, покажу, где она у нас. Давайте. Это наша детская комната. А вот и ваши ребята. Саша, Макс!